20 тенге, 1995 год, Республика Казахстан, 50 лет Организации Объединенных Наций. На реверсе монеты в центре изображение эмблемы 50-й годовщины Организации Объединенных Наций. В правой нижней части эмблемы даты 1945-1995. По окружности вдоль канта надписи на английском и казахском языках «Объединенные нации». На аверсе верхней части герб Республики Казахстан. Под ним две строки номинал, цифра 20, под ней надпись «Тенге». Слева и справа от номинала элемент национального орнамента. По окружности надпись «Казахстан Ултык Банки». На гурте аббревиатура Национального банка Республики Казахстан и надпись «Жирма Тенге», то есть 20 тенге. Монета из низельбера, медно-цинко-никелевый сплав, весом 11,37 грамма, диаметром 31 мм, толщиной 2 мм, чеканилась на Усть-Каменогорском монетном дворе, тиражом 5 миллионов штук, и была выпущена в обращении 18 октября 1995 года, изъята из обращения 23 декабря 2004 года. Средняя цена 200 рублей.